А в Уссурийске провели специальную олимпиаду. Так называются спортивные соревнования среди людей с ограничениями здоровья. В этом году олимпиаду проводят в третий раз. В Уссурийский реабилитационный центр съехались 10 команд со всего края. Спортсмены состязались в плавании, пауэрлифтинге и дартс. Судили участников специальной олимпиады, чемпионы края и страны, а тем, кому удалось выполнить первый разряд, вручили в торжественной обстановке разрядные книжки. Спорт очень важно пропагандировать, популяризировать среди людей с ограниченными возможностями, потому что это желание бороться со своим недугом, потому что это нужно, в принципе, любому человеку заниматься спортом, а человеку с ограниченными возможностями особенно.